Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! В сегодняшнем видео я вам хочу показать мои новые парфюмерные покупочки, которые я сделала в этом месяце. И сегодня я вам покажу итальянский нишевый бренд, который называется Erbario Toscano. У меня 4 аромата от этой марки. Так вот, что я хочу сказать. Все эти ароматы я купила со скидкой минус 50%. Этот аромат стоил 39 евро в объеме 50 миллилитров. Сделали мне скидку минус 50%. И вот эти маленькие флакончики. Здесь у меня 10 миллилитров, здесь 7,5, здесь 7,5. То есть каждый из них стоил 10 евро. Сделали минус 50% скидки. То есть заплатила я за каждый 5 евро. Вот. И еще я купила один аромат от марки L'Erborario Lodi. Вот этот аромат. Это тестер. Мне продали. 5 евро за него заплатила. Здесь полный флакончик. Но я жалею, что я его взяла. Я не буду про него сейчас рассказывать. Но почему я его выставила? Потому что вам хочу показать чек за эту покупочку, чтобы вы ориентировались, какие цены у нас здесь в Италии. И отставляю я этот аромат. Два слова, не понравился. Дальше хочу начать с аромата, который мне больше всего понравился. Ваниля пиканте, пряная ваниль. Аромат шикарный, словами передать не могу. Гурманный, красивый. Здесь это у нас, как же называется, Seducente ваниля пиканте. Боже, какая красота! Гурманная ваниль вместе с перчиком, какая-то такая перченая, ладан здесь присутствует. Что еще я здесь слышу? Ладаник испанский, карамель здесь хорошо слышится. Потом что еще я могу слышать? Ваниль из Мадагаскара. Амбра, здесь есть амбра, однозначно сладкая, красивая амбра, мускатный орех, может быть, когда-то я и куплю на этом сайте. Кстати, на этом сайте, если вы зарегистрируетесь, вам будет скидка минус 5 евро, то есть интересно, идите на сайт и смотрите. Хочу сказать, что многим нравится аромат Коре ди Пепе Неро. Это шикарный аромат. Конечно же, аромат не гурманный. Имеет свежесть. Если переведем на русский язык, Коре ди Пепе Неро. Сердце черного перца. Сердце черного перца у меня в объеме 10 мл. Вчера у нас был дождь. Я уже вчера побаловалась вот этими ароматиками. Вот этими тремя ароматами, видите, потому что у меня еще вот этот запечатанный. И как он красиво раскрылся, когда была влажная погода. Я услышала грейпфрут, услышала кедр, черный перец, ветивер и все. Вот все, что я могла услышать. Ну, очень красивая композиция. Но кедр очень сильно мне нравится в этой ароматной композиции. Мне он такой вкусный. И прям вот хочется скушать вот этот кедр. Такой вкусный, такой аппетитный вот этот аромат. Ну, мне 10 миллилитров хватит, и я довольна этим. Больше мне не надо, если так открыто сказать.
Еще один аромат, который я вам хочу показать, это Pulvere di Siena. В переводе порошок сиены. Что я здесь слышу? Сейчас открою я немножко, чтобы поновить память. Но здесь больше всего сандал, ваниль, мускатный орех и, ну, чтобы так сказать, пачули. Я вообще плоховато слышу пачули, если так открыто сказать. Но как будто бы что там что-то есть. Ветивер, по-моему, там есть. Роза. Вроде бы и роза здесь слышится, потому что вначале слышу что-то цветочное. Все. Пока вот такие отзывы. Я эти упаковки беречь не хочу. Достаете здесь у нас. Написано все про аромат. По-моему, есть ольфактивные нотки здесь написанные, видите? Вот здесь читайте. Леню ди сандало, пачули, ветивер, кедр. Пепенеро, я не слышу пепенеро. Элеми тоже не слышу. Ну, в принципе, аромат красивый, нечего сказать. И хочу отставить в сторону вот эти ароматы. И что же у нас здесь есть? Что же у нас здесь стоит? Баккеке ди Туща. Не знаю, показывать ли вам сегодня этот аромат, рассказывать вам сегодня про него или нет. Я хочу вам показать еще один аромат от марки Erbario Toscano. Называется Gocce di Resina. Все-таки я еще раз пошла в этот же магазин, чтобы купить вот этот аромат. Когда я покупала вот эти все ароматы, я пробовала этот аромат, и почему-то я его не купила, но этот аромат не выходил из моей головы, поэтому я еще раз пошла в магазин и купила все-таки вот этот аромат, и это уже был последний флакончик, который остался в этом магазине. У меня очень маленький объем, 7,5 миллилитров. Еще один аромат я купила французского бренда, по-моему, это косметическая марка, мужской аромат, вот какой. И еще я купила в этом же магазине капли для глаз, потому что у меня очень сильно слезятся глаза. Советую вам вот эту марку, потому что здесь есть капли, вот какие, вот такие вот капсулы. Одноразовые капсулы будут вам сохранение очень долгое. Мне посоветовал продавец купить именно вот такие вот капсулы. И вот эта вся моя покупочка мне обошлась в 22 евро 50. То есть капли мои стоили 10 евро минус 30% скидки. Все остальное я заплатила за ароматы. А сейчас я вам быстренько покажу флакончик вот этого аромата. Я рассказывать в сегодняшнем видео про этот аромат не буду. Вот так все просто. Все очень просто. Здесь есть сайт. Смотрите. Очень такая красивая коробочка. Простая, но мне нравится.
И вот такой вот флакончик черный, матовый, такой тяжеленький, стильный. Открываю крышку. Вот как выглядит. Вот видите, как здесь все интересно, выбито. Стекло матовое. Или покрытая, не покрытая, ну, напыленная краской черной матовой. Вот читайте. 100 миллилитров Made in France. Отставляю я в сторону вот этот флакончик. Хочу вам сказать несколько слов про этот аромат. Этот аромат очень красивый, очень и очень красивый, смолистый. Да, когда вы наносите этот аромат на себя, такое ощущение, что действительно на вас капают капли смол. В общем, в этом аромате я слышу палисандр, розовое дерево, причем очень отчетливо слышу, сливу слышу. Синюю сливу. Ладан. Здесь ладан отчетливо выражается. Древесные ноты. Ну и все. Мне кажется, здесь есть какие-то смолы, но в пирамидке я не нашла нотки смолы. Спорить пока не буду. В общем, пока у меня такой отзыв. И хорошо, что я купила вот этот маленький флакончик, потому что этот флакончик был последний. И мне хватит вот этого флакончика, чтобы побаловаться. Если мне действительно он сильно-сильно понравится, не проблема его заказать, закажу. Пока отзывы у меня такие. И на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. С вами была Татьяна. До скорой встречи, дорогие мои. Увидимся в моих последующих видео. Пока-пока. Я вас всех целую.